Здравствуйте, дети! Здравствуйте, Кросс-Рамирес! Да, здравствуйте! Сегодня у нас такой урок. Не баловаться на уроке. Конец. Все, можете идти домой. Че? Грэм, иди, расскажи, что ты умеешь делать. Вот, видите бомбу? Видите? Это бомба. Ну, видим. И всё. Школа, взорвись. Молодец, Грэм. 5+. Ура, я получил 5. Эуч. Дети, вы самый худший класс в мире. Я вас от вас такого не ожидала. Почему вы все такие балованные? Кросс-Рамирес, но я же не балованный. Я же хороший мишка в мире. Ага, хороший. А ты почему в коридоре раскидал весь мёд? Кушать хотелось. Я не сильно немножко разлил в коридоре мёд. Вот до чего вы меня все били. Ну всё, моё терпение лопнуло. Я вам сейчас сделаю замечание. Какое замечание? Замечание, что надо вызывать родителей. Точно, Крус? Нет. А что же тогда? Гораздо хуже. Что еще за гораздо хуже? А вот вы сейчас увидите. Птичка. Разве птицы бывают такими огромными? У меня тоже так и на один вопрос. Почему она огромная? Почему она огромная? Птица, лети в потолок. Так, дети, мне надо выйти из класса, чтобы класс не воняло. А что, разве класс будет вонять? Что там птица в потолке делает? Не знаю. А что это нам там попу показывает? Кажется, я догадался, о чем речь идет. Ребята, кажется, птица хочет на нас на... Птица хочет на нас накакать. Молодец, птичка, тебе 5+. А вонь какая, очень пахнет. Тебе 12+. Весь класс обкаканный. Птичка просто молодец. Чё? Вы за это заслужили. Вот теперь вы будете весь грязными какашевыми птичьями. И птичка такая огромная, что она аж много... Ну, вы поняли. Да, и теперь вы воняете какашевыми птичьями. Эйсер, расскажи мне стихотворение. Молодец, 5. Грэм,
Расскажи мне стихотворение. Молодец, пять. Эх, я снова получу двойку. Ты двоечник. Да, ты двоечник. Ну что, Грэм, двоечник? Ты теперь двоечник. Грэм, я тебя такого не ожидал, двоечник. Да, Грэм, ты просто двоечник. Ты мой преданный друг. Да, ты двоечник. 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 Ребята, что такое, Тим? Мне кажется, что сейчас Грэм взорвется от злости. Ой-ой, сейчас тут снова будет беспорядок после взрыва. Он взорвется? Да, он взорвется. Что? Грэм взорвался. Ой, боже мой. Господи, дети, что это было? А где Грэм? Грэм взорвался. Чё? Господи, то Грэм взорвался, то теперь краса мира упала в обморок. Да, что творится в нашем классе?